Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Очередная такая маленькая звездочка в нашем Первоуральском районе зажглась, где можно что-то, значит, вот сконцентрировать, материальные ценности, да, для людей, для которых они могут послужить. Я очень рад, что это случилось. Вот. Но не без деятельности благодетелей, благоустроителей, ну, в общем, русских людей, которые увидели, что мы маленько шевелимся и желаем кого-то накормить или кого-то одеть. Это свершилось. Дальше, думаю, должно быть больше. Потихоньку, полегоньку, потому что добрые дела быстро не делаются. Именно с мучениями, с такими искушениями, как бы Господь испытывает. Это не просто такое, знаете, номинальное такое наименование. Это все-таки движение сердца человеческого. Я очень рад, что там где-то вот в Нижнем Селе, да, в Новой Утке или еще в каком-то там в Решетах в нашего Первоуральского района появляется не только священнослужитель, но и человек неравнодушный. Очень часто почему-то женщины, как жены мироносицы, да, вот, как мамы, они им знакомы, это чувство переживания. Вот, и появляется такая должность помощник настоятеля по социальному служению. Это состояние любящего сердца человеческого, состояние сострадания, сопереживания. И это очень отрадно, что человек здесь, вот на Урале, вроде холодно, да, не остается равнодушным. И не говорит: «Моя хата с краю». Чем это заканчивается, мы с вами знаем, правда ведь?